Прием абитуриентов ДГМУ на предстоящий учебный год увеличат. Об этом говорили сегодня в правительстве республики. Учитывая то, что число выпускников школ будет расти, а это уже видно по востребованности новых школ, главой государства в послании была поставлена задача обеспечить доступность бесплатного одного высшего образования. В правительстве республики отметили, что дефицит врачей во время пандемии показал, что целесообразно наладить работу по подготовке кадров в Дагестане. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в республике крайне необходимы специалисты-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи. Сегодня, по словам ректора ДГМУ, число обучающихся растет. Если ранее по программам специалитета контрольные цифры приема располагались в районе 400 студентов, то в последние годы наблюдается тенденция роста этих цифр. В этом году, как и в прошлом, в ВУЗе обучалось более 500 человек.